Паш, поделись впечатлением о начале сборов, наверное, одно из самых нелюбимых, да, времени года, да, у баскетболистов, когда мяча мало, а бегать немного. Ну, что сказать. В принципе, эта работа очень нужная нам для продолжения в этом сезоне. И, в принципе, делаем все, вливаемся. Работа тяжелая, все терпят, понятное дело. Но, думаю, это нужная работа, так что надо максимально выкладываться сейчас, чтобы хватило на потом. Расскажи, пожалуйста, это первый твой не киевский, да, этап карьеры, если говорить о украинском, да, чемпионате. Как решился на этот переход? Тяжело ли далось это вообще решение? И что стало тем фактором, что ты сказал для себя, да, время переезжать в Днепр? На самом деле все длилось буквально 3 дня для определения решения. Я не договорился, были переговоры с Киевбаскетом. Также мне позвонили из Днепра, и мы, в принципе, очень быстро договорились. Для меня нет проблемы поменять город, ну, как оказалось, понятно, все новое, но людей знаю, в принципе, город тоже немного потихоньку узнаю, какие-то места, и, в принципе, далось нормально, коллектив поддерживает, атмосфера отличная, так что без проблем вообще. Ожидания от сезона. Сезон должен быть сложный наверняка, опять ковидные все вот эти истории у нас продолжаются, плюс Еврокубки. Чего ждешь от команды и от себя в следующем сезоне? Ну, жду в первую очередь это выиграть, конечно, трофеи все. Желательно, конечно, в этом сезоне. Я считаю, у каждого цель это чемпионство. FIBA Cup, сначала квалификация. Понятно, степ-бай-степ. Но надо показывать, что мы максимально лучше как и в лиге, так и на евро-арене. Так что, я думаю, цели максимальные.